И всем привет! С вами Стивпро, и сегодня покажу вам Майнкрафт 0.14.0, билд 7. Да, разработчики выпустили очередную версию Майнкрафта, и здесь нам опять же исправили очередные баги, но и добавили новый скинпак. Это специалисты по Redstone. Опять скинпак был выполнен в 3D-стиле, и нам здесь предоставляют два бесплатных скина. Это мужчина и женщина, но остальные скины вы должны приобрести за определенную цену. Да, довольно прикольно они выглядят. Так что рекомендую поиграть с этими скинами. Ну что ж, во-вторых, нам изменили масштаб карты. То есть, масштаб карты стал таким, как и был в билдах. То есть, просто создайте карту, и теперь она будет такой же большой, как и была до этого. Точнее, до изменения. А дальше нам добавили возможность, опять вы сможете открывать сундук, находящий в гонетке, и добавили кнопку Open, с помощью которой вы сможете с легкостью открыть этот сундук. Да, все теперь нормально. И теперь, когда вы будете ломать большой сундук, ваш Майнкрафт вылетать не будет. Если у кого-то вылетал, то теперь, как я сказал, вылетать просто-напросто не будет. Исправили баг с лодками. Ну, я не знаю, что они там исправляли. Как видите, лодки стали еще багнутыми. До 7-го билда вроде все было нормально. Но как они исправили этот баг, баг появился, я не знаю, что они там исправляют. Либо они исправляют невидимые баги, либо они исправляют баги, которые сами для себя создают. Вот, ну, как видите, баг с лодками все еще остался. То есть его не было, они его сами сделали. То есть раньше его просто-напросто не было. Это я точно помню. Ну, это не суть. Нам дальше, опять же, исправили баг с вылетом жителя. То есть, если вы рядом с собой спавнили жителя, ваш Майнкрафт мог вылететь. Теперь такого не будет, да. Майнкрафт становится стабильнее, но все же остаются очередные баги, которые нужно исправить. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.